Ну что ж, новый сезончик WW. Ребята, сейчас будем смотреть, что же там нам новенького эпики подготовили. Опа! Полный Марвел, ребята. Доктор Дум, новая Лока. Какой-то телекинез, видимо, будут способности. Ага, Росомаха. Банан. Ну да-да-да, все, что у нас было во второй главе, да? В четвертом сезоне второй главы. Let's go. Окей, я понял. Они теперь фулл трейлер не пускают, а чисто такой тизер небольшой, да? Есть подписка отряда. Давайте боевой пропуск. Let's go. Подписку я пока не беру. Давайте пока боевой пропуск посмотрим. Найс! Боевой пропуск открыт. Let's go! Сразу скинчик дали. Что это у нас тут? Гвенпул. Гвен Стейси смешали с Дэдпулом. Что? Я даже не знаю. Интересно, это Fortnite сами придумали так смешать и сделать своего персонажа? Или он есть в Marvel? Именно в комиксах? Не знаю. Ладно, использовать, получить. В общем, сейчас будем смотреть боевой пропуск. Уже понавыдавали кучу всего из него. В общем, назад. Давайте сразу посмотрим. Это у нас с прошлого сезона, ребята. Но вы, кстати, можете чекнуть. Можете чекнуть, скоро будет видосик. Можете посмотреть, что это такое. Находится оно вот здесь вот. Так, но мы идем смотреть боевой пропуск. Награды боевого пропуска. Let's go. Итак, что у нас? Загрузочный экран. Дальше идут какие-то катаны Гвенпул. Видимо, ее. Не знаю, мне двуручные кирки не особо нравятся. Идем дальше. Вебаксы, естественно. Замечательно. Идем дальше. Все такое, знаете, такой комикс вайб. Такой прям супер комикс вайб. О, ну это, кстати, очень круто подходит. Подходит прям реально классно. Я бы даже забрал и носил бы это на спине. Потому что зачастую бэкпаки, которые на спину, они все такие огромные, громоздкие и не особо подходят. Я бы даже, знаете, почему-то задумался про битву сетов. Нужно будет провести битву сетов очередную. То есть чисто для вас. Я думаю, не знаю, напишите в комментариях вообще, сколько у вас скинов, сколько у вас, в принципе, всего в шкафчике. Ну вот, собственно, Гвенпул. Ох, и лего-версия еще есть. Прикольная, кстати. Так, идем дальше. Следующая страничка. О, а тут прям такая какая-то интересная. Воздушный след, оберточки. Ну-ка, сейчас на других модельках. О, на помпе прям кайфово, кстати. Ну это какая-то анимешная тема, знаете, комикс слэш аниме. Что-то в таком духе. О, стоп, а это... Да, это за него держишься, это сверху, дельтаплан. Блин, ну знаете, было бы прикольнее, если бы этот мотоцикл, на нем стоять можно было. Ну, не такой, не обычный дельтаплан, а вот чтобы сверху на нем стать. Вот где свинюшка сидит. Мне кажется, так было бы круче. И следующий скин у нас, это у нас Гвендолин Пул. Еще, у вас, я не понимаю, по названиям все там, ну... Или это какой-то... Что за вайб такой называть одним персонажем все? Не, ну прикольно, это даже, наверное, поинтересней. И практически идентичный лего скин, лего версия. Не, ну, норм. Дальше у нас идет воитель. Найс. Но это прям имба. Смотрите, он такой проработанный. Реально. Кстати, по-моему, там вот эти пушки еще добавили, да? Турели, которые прям по геймплею можно будет стрелять. Или нет, не знаю. Ва, лего версия! Блин, это самая эпичная лего версия скина, мне кажется. Что думаете? Так, босс. Ну, ядерная боеголовка на спину. Ну вот о чем я и говорю. Огромные громоздкие бэкпаки. Вряд ли это кто-то юзает. Реактивные крылья, дельтаплан. Ну, по классике, но мне кажется, они огромные. Да, они прям на весь экран будут. Неудобно. Портативная ракета. Это что, кирка? Если она классическая, то это прям кайф. Ну, в смысле, двуручная, классическая. Не в одной руке, что ты ее держишь, лупишь. А вот именно двумя, это прям кайф. Ну, оберточка нормальная такая. Прикольно, прикольно. Давайте следующую страницу. Дальше у нас идет граффити, снова очередной. Ага, ну тут чисто версия Капитана Америки. Все то же самое, просто редизайн скина. Тот же скин, просто версия Капитана Америки. Ну не знаю, прикольно. Ну хотя мне больше нравится вот это. Да, версия гораздо круче, она прям так, знаете, побрутальнее выглядит, поинтересней. Можно будет вот тоже битва сетов, можно будет провести, знаете, такой косплей, массовый косплей, большой косплей на кучу народу. Так, следующий у нас идет банан Росомаха, да? Это, видимо, эмоция для движения, прикольно. Прикольно, интересно. Очередной дельтаплан. А, нет, не такой. Вот на нем скорее... Нет, за него держишься. Ну, блин, почему нет дельтиков, на которых можно стоять? Ну, тут у нас как бы тоже такая оберточка интересная. И Баномаха. Гении. Гении перевода. Баномаха. Лего-версия, тоже крутая, кстати. Ну, не знаю, я такие скин, это типа мем-скин, ну, не знаю, мне кажется, банан уже такой не особо мем-скин. Ну, небольшой редизайн. Такая вот игрушка на спину. Когти.
коготки, которые называются. Это эмоция. Фруктовый салат. Не знаю, кто-то юзает вообще воздушные следы сейчас. Новобактиков немного. И следующий у нас идет Эмма Фрост. Какая-то ледяная женщина. Я не помню такого персонажа. Это из Люди Икс, которая что-то замораживает. И у нее крутые туфельки. Ну, интересная такая. Что за эмоция? Такой девчачий вайб, который, естественно, все киберспортсмены будут юзать. Тоже классный бэкпак. Чисто бриллиантовая тема. Ну и тут тоже, естественно, по бриллиантам пошли. Окей, go next. Ага, ее версия максимально тоже. Как это выглядит на производительности, мне очень интересно. Я сейчас на DX12. Вот как это выглядит на производительности, я бы посмотрел. Наверное, так себе. Дрон Белой Королевы. Вот за него тоже держишься. Почему не делают дельтики, на которые можно становиться? Ну, камон. Вот это точно не будут юзать, слишком страшно. Бить будет, мне кажется. Двойные двуручные кирочки. Я такие особо не юзаю. Кому-то может нравиться, не знаю. 9-я страница Джонси, наконец-то. Кстати, классная граффити. Капитан Джонс, да, теперь у нас. У нас не Капитан Америка. Ага, тут не понял. Кирка и щит? Это новое что-то? А, ну да, это типа двуручная кирка, только которая вот кастомная. Щит и кирка. Это круто, кстати. По-моему, это впервые такое. Да, интересно, забавно. Слушайте, ну это интересно. Неплохой вроде БП. Кстати, если хочешь быстро закупиться V-баксами или наборами Fortnite, или пополнить Steam, это лучше всего сделать в моем боте или на сайте. Большое спасибо всем, кто уже пользуется и оставляет отзывы. Так, ну тут еще у нас Капитан Ламерика. Это прям интересно. Чего она на куропатку какую-то похожа? Забавно. Так, ладно. Кирка и щит на спине. Тоже интересно. Ну и, собственно, сам скин. Ну, он такой громоздкий тоже. Ну, кстати, мне Капитан Джонс нравится больше, чем старый олдовый Капитан Америка из второй главы. Не знаю почему, но мне как-то он поинтересней. Вот эта версия даже еще круче. Тоже такой рескин, редизайн, баксы, понятно. Next страница. Мистерио. Вау. Но тут должна быть какая-то магия, ребят. Здесь что-то должно быть такое, знаете. Что-то интересное. Плащ. Ну и сам скин. Ну, кстати, скин офигенный. И лего-версия. Ну, лего-версия тоже имба. Единственное, что сзади как-то он странно будет выглядеть. Просто две текстуры. Лучше бы версия без плаща была для лего, мне кажется. Ну, интересно. Забавно. Идем дальше. Теперь такая темная версия, да? Клинки. Тоже интересно, только его или... Ну, тут как Росомаха вроде. Какая красная версия, злая версия. А дальше у нас кто идет? Шури? Шурик? Пантера-кошечка. Ну, хоть один будет, на который можно будет встать? Неужели? Неужели? Да, вот, для ног. Неужели? Хоть один дельтик, на который можно будет встать сверху? Отлично, отлично, спасибо эпикам. Ну, сам скин такой себе, не знаю. Хотя, мне не нравится, знаете, вот эта тема с такими острыми углами. И как бы он, как-то, я не знаю, громоздко, что ли, ощущается. Не очень. О, это. Это типа Черная Пантера, только его девушка, что ли? Блин, я не особо замарывал шарю. Не смотрел про Черную Пантеру. Прикольно. Ну и да, и все. Черная Пантера, Шури... Или это она же? Подожди. А, это она же? Чего? Это кто вообще? Это жена его или кто? Черная Пантера — это мужик. Ну, слушайте, в целом прикольно. В целом интересно. Давайте все дополнительные посмотрим. Что у нас по дополнительным? Ну-ка. О, ну этот стиль, кстати, круче. Вот тоже, блин, огромная вот эта юбка. Зачем она такая громоздкая и большая? Почему нельзя ее убрать? Ну реально, без нее бы было круче. Так, банан тоже. Коричневая версия. Ну, это, мне кажется, это самая классная версия банана. Мистерио. Тоже очень классная версия. У нее белая. Что у нас еще? Награда за задание. Какая вот версия? Доктор Дум. Это у нас что, секретный скин? Ну, очень, кстати, похож на того, что и был и во второй главе. По-моему, такой же. Ну и за отряд... Штаны эти, как у сирены, типа. Мне не нравится. Не, ну, в целом прикольно. Отряд очень выгодная тема, на самом деле, ребят. Оформляйте отряд, если хотите сразу и БП, и вы прям регулярно играете в Fortnite. Если вы фулл-тайм играете в Fortnite и хотите, как бы, копить себе, собирать коллекцию какую-то, то отряд однозначно классная тема. Прикольный отрядик. Неплохой. Ну, в принципе, наверное, все, да? Что у нас в магазе? В магазе у нас... О, циклоп. Подожди, циклоп, это уже был он или нет? Это новое? Я что-то не помню. Наверное, старое. Полос? Офигеть, мужичков понадобавляли. Трико. Нормально. Вот тоже. Ну, почему плащ не убрать? Вот версия без плаща есть? Нет? Наверное, нет. Не вижу. Ой, Дэдпула еще оставили. Ага, еще и каких-то анимешников, андроидов каких-то. Кто это вообще? Кто это? Что за скин? Это вот с этими, да, они? Бля, как это тупо выглядит. Не, ну окей, может кому-то нравится, но... Блин.
Мое субъективное мнение, это так странно выглядит. Ну, забавно, наверное. Ну, вот тоже вот этот скин. Какой-то, как будто мем какой-то. Вся эта анимешная тема. Мне вот этот скин тоже очень нравится. Классный. Эллен Рилли. А, ну вот этот еще со Звездных Войн. Густава добавили из Звездных Войн. Че вообще? Я столько не захочу. Еще Звездных Войн куча. Да боже, тут магаз просто бесконечный. Охренеть, сколько здесь страниц. Блин, ребята, коллекционерам однозначно в магаз. Что ж, прикольно. Окей, я понял. В любом случае, ребят, заходите ко мне в ТГ. Если хотите связаться со мной, пишите мне в предложку. Вот. Также оформляйте мультисапку, если хотите. Все есть в моем ТГ. Буду всем рад. Подписывайтесь. Ну и на канал не забудьте подписаться, если еще этого не сделали. Что ж, в следующем ролике посмотрим. Вот он трейлер, собственно, да? Давайте посмотрим трейлер. И в следующем ролике обязательно пойдем в КБ. Посмотрим нулевую, посмотрим со стройкой. Да, это уже фулл трейлер, видимо. Я думаю, вы его уже видели. Ну, с кайфом, да, с кайфом, конечно. Вроде три локации там сделали. Это вроде новые, это новые, ребята. Найс. Властитель Дум. По геймплею здесь все. Да, вот они подобавляли. Подобавляли кучу всего. И мифики. Обязательно челленджи будем записывать, я думаю. Кто еще не видел трейлер? Ну, естественно, этот луч. В принципе, все в лучших традициях второй главы 4 сезона, я считаю. Мы это уже проходили. Ну, что-то новенькое тоже есть, да? Вот, допустим, вот эти... турельки. Шарики новые. А, тут даже какой-то луч. Окей. С кайфом. Сразу два трейлера в одном показали. Что ж, да, ребят, всем еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видосе. Посмотрим новый сезон в КБ.